Сегодня сыграл против сборной России. Можешь кого-то выделить из нашей сборной? Может, кто-то удивил из тех, кого ты уже знал? Может, да, кто-то... однозначно. Меня больше удивил, как Пинаев. Очень-очень хороший, умный футболист. Федя Чалов забил сегодня свой первый гол за сборную. Успел его уже поздравить? Конечно, мы же спорили до матча, спорили, что он не забьет. Ну, брат, будет момент, я забью. А нет, нет, ты не забьешь. И сразу он забил. После матча ко мне побежал, что я тебе говорил. А на что спорили, если секрет? Я просто... Просто так на словах, да? Ты сейчас играешь в Швейцарии, до этого играл в Германии. Можешь рассказать какие-то отличия немецкого чемпионата, швейцарского? Может, бытовые какие-то отличия для тебя? Я бы сказал... Чемпионат Швейцарии, да, больше молодые ребята там играют. И, ну, Германия – это бренд футбола, да, это топ-5. И так что, но в Швейцарии уровень хороший, я бы сказал, хороший уровень, да. Много команд играли Лиги чемпионов, да, и то, что сейчас моя команда играет Лиги Европы, это тоже для меня плюс. Это один повод, почему я туда перешел. А в бытовом плане, как тебе Швейцария? Привык уже? Ну, я уже привык. Я раньше там играл 3 года назад, так что я привык, и надо трудиться дальше. Когда снова ждем тебя в России? В декабре. Да, в отпуске же. Надо домой. Будем ждать.